Так, сегодня у нас новая фигурка. Новый день, новая фигурка. Так, пойдем. Прозрачный меч. Руки, он прорисованы руки. И такой вот король ночи. Это получается из Игры престолов. Фигурка. Так, сейчас соберем аккуратно. Что вот здесь по фигурке, что можно сказать? Прикольно, такие вот ребра прорисованы, здесь доспехи, вот это будто на складочке или мороз, да, нарисован на ногах, тоже как складочки, по бокам тоже, ну это видимо защита, как броня, руки, здесь тоже прорисованы перчатки, получается вот это как идет продолжение, да, черные перчатки такие, с обратной стороны, вот такой вот позвонок, я думал, честно говоря, что это может быть торс, вот так вот, но в самом деле, ну типа грудь, на самом деле это как раз получается лопатки, позвоночник, за это такая вот защита идет, вот они синие глаза. Так, одеваем ему назад, так немножко будет вращаться голова. Так, и стеклянный меч. Меч, кстати, это такой достаточно гибкий, тонкий пластик. Такой вот получается у нас герой.